Вот на крыше голуби. Целый день сидят, снег клюют. Воды-то сейчас нету. С той стороны у меня много было голубей, больше 100. Залетают. Это вот убитая яблоня, это ее так вьюнук. Хмель ли опутал. Оторвали, это все запутано, яблони. Это кормушка для воробьев. С этой стороны показать. Вот калина, это с этой стороны. Один куст калины. Второй куст калины. Это на нашей территории все растет. Матушка приехала. Людмила из Потеряевки. Вот. Это вот береза, все облетела. Вот она какая, что тут на ней есть. И как вот это вот стоит елка. Длину-то, высоту я не знаю, какая она. А вот эти ветки в сторону отходят. Я их наклонился сейчас, замерил 4 метра. Она совсем молодая. Какая красивая елочка стоит. У березы совсем другие ветки. По-другому, разбросаны. Это стоит зеленая. Зимой и летом одним светом. Все Бог прекрасно сотворил. Все. Тут у соседей вывозили, что-то копали, они фундамент, песок был. Я говорю, давай, Володя, скорее повози себе. Навози. Ну вот, теперь он нам этот песочек сгодился. Вот он, Володя подходит тут и выскребает сколько надо. Кечку делает. Ну, тут что-то дети строили. Угу. Утащили палочку.